Поближе сюда, сейчас далеко. Это у Наташи. Лена, сдвинь поближе вот здесь. Ну что вы тут прячете до гаражи уже? Я вчера пипас. Тоже пытался какая-то бить. Побыстрее, побыстрее там. Пока показывай все вокруг. Да подойди сюда поближе, младенца-то. Ну! Так, Лена, сделай объявление, там занятие. Сейчас занятие в школе. Во сколько? Час. Сейчас. Значит, я попрошу, чтобы вы пришли. Где Алёша? Какой? Устинов. Тут много, я здесь. Ну что ты хотел сейчас рассказать? Это объявить надо, наверное. А ну что собрание-то? Ну, наверное, я вот сейчас спрашивал, то есть поступили заявления. Ну да, ну чтобы это решить. Дальше я занятие само собой, я дам отчет о своей жизни. Вчера мне исполнилось 78. То есть когда говорят что-то, всегда нужно что-то найти в себе тому. Ну, обвиняют в чем-то. Я согласен, частично, где-то. А что говорят, а вот этот старик, на 100% не согласен. Слово старик никак не приемлю. Вчера столько было поздравительных, у меня телефон сгорел. Просто сгорел. Вот прошлый год, ну просто так, ориентировочно, например, поздравление было 1400. И поздравления такие, которые патриарх, президент ни один не получит. Вот представь себе, мы заходим на ваши ресурсы, 4 года не выходим, мы вернулись из сектантов, теперь мы все православные стали. Это ни один, ни два. Сегодня только сколько поступило таких. Другой баптист из Америки. Мы еще в 82-м году ваши катушки слушали. В 82-м, прикинь, сколько это? Ну, не два дня-то. И в баптистских собраниях мы собирались братья, слушали минут 20, а потом обсуждали. Он не стал православным, но это все не проходит мимо. Один звонит из них, не где-то с Америки. Другой, моя жизнь наладилась, все на него там не ладилось, но не ладилось. Православный, Австралия. Я начну сейчас говорить, это просто невозможно. Почему? Я вам все это расскажу. Потому что Бог совершает силу свою в немощи, а не так. Я доктор богослов, как одна бабушка стоит так, а ему охота ну, показать, что он знает. Баба, а ты о Христе знаешь, что вот Христос-то ведь приходил на землю? Да знаю, сынок, я хожу. А ты знаешь, что во Христе два естества? Что? Два естества. А как это? А ты, бабка, хоть знаешь, с кем разговариваешь-то? Нет. Я богослов. А, так я это знаю, сынок. Бог, он и для ослов тоже говорит. Вот. Бог для ослов. Этих ослов много развелось. Звание доктора, считаешь, ничего нету. Вчера или сегодня утром мне в интернет я уже зашел, благодаря Никите. Никита Колесников, он разбирается, меня туда опять. Я компьютер свой привез. И тайна. Ну, узнает кто. Семинарист, он уже смотрит, пришел ко мне на дом купить книгу. У него больше денег нету. Теперь задает вчера вопрос, курсовую писать, какую посоветуете работу? Тайный ученик. Вот какую? Исследование сделать. Ну какое исследовать? Ты когда уже 2000 лет христианства, уже в зрелую пору вошло. Я говорю, возьми тему рождения свыше и водительство Духом Святым. Ничего больше не надо. Тебе хватит жизнь твоим внукам, правнукам, и в конце скажете, ничего и не знали. Если этого нету, все это хождение-то ничего не дает. Где у меня тут моя паства-то? Не моя, она других. Иди-ка сюда. Коля,
Подходи. Ты сейчас к иконе подходил? К иконе, когда икону целовали. А? Подходил. Подходил. Ты ее целовал? Да. Целовал. Он научен так. А потом лбом боднул. Кто это вас так научил бодаться? Ну давай мы с тобой поцелуемся. Да, поцелуемся, а потом как дам тебе вот так вот так. Это поцеловались? Нет. Это значит борьба без правил называется. Вроде подхожу, а потом взял святого и стукнул лбом. И гляжу, привезли мощи. И я видел сам это. Все это заснято. Такими вот аппаратурами идут и все снимают. Идут архимандриты какие-то, впереди идут охранники, все одинаково роста одеты. И идет тут еще архимандрит, видно, епископ и Путин. Путин. Владимир Владимирович. И сзади охранники, в храме везде охранники. А правильно? Правильно. Потому что и в туалете, и за иконостасом везде может стоять убийца. Мы считаем в житиях святых, как Льва Саврянина убили прямо в алтаре. Православные, им в алтаре, когда он не ожидал, а в охраннику нельзя входить в алтарь-то, а царю можно, правила приняли. И он стоит молиться. И в это время православные там, под престолом или где посадили своих, и они выскочили, он крестом обороняется, руку отрубили, самого убили. И мы его убили. Все-таки еретика мы убили, это мы православные. Да по сравнению с еретиком-то, с этим, которого в алтаре убили, это православные разве лучше выглядят? В алтаре. И поэтому бодать не надо. Мама, отучи от этого. Откуда вас это пришло? И Путин прислонялся и боднул лбом. Я его все время в пример ставил. Он крестился вот так вот. Крестился. Патриарх всегда крестится вот так вот, а его туда куда-то под мышку или в карман. Не знаю. Сегодня Путин точно так же крестится. Кто кого развратил? Но я не могу вопрос этот не ставить, потому что это лица первые в государстве. Он всегда молился правильно, крест на знамени, по крайней мере, может и неверующий. Но мы-то должны отвечать за свои поступки. Батюшка идет. Батюшка, где он? Ну, он там остался. И батюшка, когда кадит, что он кадит? Стены. Да не стены он кадит, когда идет. Что ему кадит стены-то? Предполагается так, это образно, что иконы нужно покадить. Как говорится, лукавый боится ладану. И батюшка кадит иконы, все разворачиваются, а другие еще руками машут Дух Святой, чтобы получить. А дьякон у нас был, ходил, он туда горсть как сыпанет дыму. У нас батюшка защищен от комаров, по крайней мере. Он комар-то боится дыму, а батюшка все время там. Его ни один комар не прокусит через затылок, бронированную-то одежду. Ну, в храме маленько посмотрите. Вот, сестры, у нас приезжая тут, вот которая. Это мама сыновей. Смотрите, как мама стоит рядом. Вот она мама. Мама одна. Вот, видите, правая рука, а левой руки у нее нету. И она молится Богу. Ты, кажется, готовишься к крещению? Да. Видите как? Бог. Ну, это ее сын. Откуда вы приехали? Сабакана. А? Сабакан. Сабакана. Как фамилия? Чернова. Чернова. Как звать? Илья. Как? Меня Наталья. Наталья. Вот она будет в деревне здесь, Наталья. Как фамилия? Сергеева. Фамилия это. И звать как? Марина. Марина. Колю. Колю как звать, говорю. А это Илья. Ну, чтобы вы знали, кто у нас, а этих вы знаете, девчата наши православные. Мы нынче здесь. И наша первая благодарность, вы знаете кому? Роспотребнадзору, который нас выгнал из лагеря. Это совершенно даже близко не похоже. Где Галя? Скажи, разница есть? Не то, что разница, а даже сравнить нет. Ну, представьте, там, это как, а здесь все почистили. Свет, печки. Газовые, электрические плиты, холодильники, морозильные камеры, там у нас где-то как-то помаленьку. Мы благодаря Роспотребнадзору. Так что я думаю, нынче, если так, можно даже сделать в конце, когда уже не будем их бояться, мы все-таки боимся их, пригласить их на благодарность. Сказать, вы нужная организация, чтобы ни мы товары не продавали, но детей-то не трожьте. Говорят, уже закрыли 1000 лагерей. Некоторых областей вообще нет, как и Екатеринбургская, ни одной области, это, ни одного лагеря нету. Так, вы откуда? Город Новокузнецк, Галина Влесько. О, так. Ну вот так. У вас сам учат так, чтобы креститься, сначала крестное знамение совершить, а потом поклониться. Одновременно это не делается. Пока крест не построен, не надо, говорит, его ломать. Так?
просто для себя говорить. Я не конкретно говорю, а как бы кому-то. Так, иди-ка сюда. Она пока приехала одна. Ты что, к крещению готовишься? Да. Видите, познакомились большинство через интернет. Это все, которых показывают, все интернетное. И это не два, не три. Ну, как сегодня пишет архиерей, там, доктор богословия Бочков, говорит, тысячи. То есть на севере, на юге люди заходят к нам на наши ресурсы. Вот мы снимаем где-то. Мы впервые увидели, мы молили, Господи, ну, в православии ничего нет, службы нету. Какая служба, когда... И вдруг, говорит, увидели на Украине. Сразу несколько человек пришло, еще православие живо. Поэтому мы приходим туда, где может душа обратиться. Это Бог дал нам такое счастье. Говорят, если много, вам не поправится. Ну как много? Приехали в один день одеты. В прошлый раз приехали харистки, тут сколько? Я не знаю. Ну, наверное, около 7 было голубеньких. Они у Маши тут переодевались, так? Все в один день, все переоделись. Ребята, которые семинаристы, все с поясами. Как ты себя поставишь? Вот некоторые у нас приехали, ну еще ничему, но уже кое-что знают. Вот он стоит сегодня, вот этот отрок, и стоит маленько погодя. Я такого еще не выдал. На службе вот так вот ногу. А лбом, а быком брякнулся. Маленько, я ему ногу вот так раз, он опять. Проходит, ну, самое больше 1,5 минуты. Я его опять. И мы так долго. И наконец он перестал это делать. А почему раньше-то не делали? Да он не понимает. Он болеет аутизмом, там начинает собирать. Мы все больные. Здоровых людей практически нет, врачи говорят. Врачи. А только думаем, что где-то. А потом не научили, его берут в армию. А потом говорят, а как же его взяли-то? А взяли. А он не покоряется. Ему сказали, а он не знает. Он не знает, как это делать. Ему сказали стоять на вытяжке, маленько погодя, в строю. Кто там? Начальник батальона, кого всех на четвереньки, гусиным шагом. Туда он до трактора и обратно. А теперь эти выходят, только начальник уйди. Все, жертва. Подлой, за тебя мы все страдаем здесь. Да его забивают. А дальше в петлю повесили, сам повесился. Учите, пока можно. Я не говорю, что откосите от армии. Вот он служил где? В президентском полку. Наверное, все выполнял, как говорят. Я тоже был в заключении. Нужно поднимать вот так ногу. И там по брусчатке. Так и делал нигде. Не лезть куда не надо. Мы сегодня это все услышим. Я вам многое расскажу. Если Господь благословит. Дать вам отчет. И маленькая программа будет на несколько лет. Я одного человека вам назову, что если бы он жил в Потеряевке, жизнь могла бы быть другую. Вот запомните его фамилию. Так, Лена, не отвлекай его. Ты можешь вовремя. Слушайте внимательно. Кто знает, кто такой Орловский Кирилл Прокофьевич? Никто не знает. Есть такой фильм, называется «Председатель». Его сняли, главные роли... Михаил Ульянов. И знаете, кто такой? Да. Из всех артистов артист. Это он родился артистом, наверное, только родился, на другой день стал артистом. Ему самые ответственные роли. И когда посмотрел Георгий Константинович Жуков, как он исполняет, а ставили фильм про Жукова, он сказал, вот этот артист мою роль сыграет. И он играет роль этого председателя. Коротко. Он работает в НКВД. Ясно дело, органы... Страшные какие. Дальше немало описывается где. В Китае заварушка, он там. В Испании война, он там. 70 раз переходил границу туда и обратно. Подрывал сколько поездов. Дальше наступает война. И он, видимо, языки разные знает. Один человек. И он отпрашивается в партизанский отряд. И однажды им сообщили, что в такой-то день в Белоруссии там два генерала, охрана человек 50, они там на охоту пошли. Он взял 12 бойцов, зарыл их в снег, и они лежали в снегу весь день. И уже смеркаться стало, и этот кавалькада идет. Они ее расстреляли всю, и все он пишет. Но когда он готовился бросить гранату, снайпер в это время ударил гранату, и граната разорвалась в руке. На дальше что? Руку оторвало. А на второй пальцы... Ясно дело, что его списали. И вот он получает звание Герой Советского Союза. Ну, по их меркам, это герой. Теперь, герой что? Зарплата есть?
И он пишет письмо Сталину. Ни один секретарь не может отправить. Захватывает письма, не посылает. Он знал это, сумел отправить Сталину письмо, оно лично в руки ему попало. Он описал свою жизнь, где он был, сколько лет отдал этому делу, и говорит, дайте мне кредит на 2 миллиона, там 500 тысяч, по тогдашним это огромные деньги, но не деньгами. И посчитал, сколько надо мне коров, я куплю на это дело, чтобы видели, сколько поставлю там, какие будут зерносклады, и берет колхоз, самый последний, немцы только ушли, сожженный буквально. Кто туда поедет? Он взялся и сделает первый в Советском Союзе колхоз-миллионер. И будет герой социалистического труда. Мне не надо бы говорить, если бы вы знали. Я не пропагандирую коммунизм. Но говорю, вот такой человек, калека, мой герой Советского Союза. И будет героем здесь. И деревню, в которой он был, переименует его именем, Мордовская будет. И он подсказал, какие будут дома, какие декоративные растения, сколько будет. Урожай в 4-5 раз увеличился. И показывает, начинает выгонять скотина, полудохлая, за хвост поднимают. Но все работали. Он родному брату не прощал. Когда родной брат там пошел косить, когда еще другие для колхоза не накосили, он с ним устроил там, что эту литовку все переломал ему. У него была главная цель – показать. И он расчистил, какой будет комбайн, где стоять, гаражи, свеклы, урожай. Все. И говорит, тут урожай через 2 года в 2 раза будет больше. Через 8 лет в 3 раза. И он добился абсолютно по всему. Почему? До этого учился в сельхозинституте. Да у нас 10 институтов кончи, никто не возьмется. Вообще ничего нету. И он рассчитался с государством буквально в первые же годы. Вот пример. Найдите в интернете Орловский, Орел. Орловский Кирилл Прокопьевич. Я к чему вам рассказываю? Чтобы не стонали. Сегодня я попрошу Виктор Николаевич, где он? Здесь. Так, ты можешь принести, ну, смотреть, что там, планшет или как назвать? Телевизор. Я скачал 3 маленьких фильма, и вы посмотрите, как человек один в пустыне остается. Все сгорело, все уходят. Это практически документальный фильм. И он как начинает работать, все засыхает. Он не смирился, один. И сделал так, что вода стала. И 100 деревень восстановил. 100 деревень, которые полностью были, пустыня засыпана. И таких фильмов, а другой, колодец копать никого нету. И он один копал и докопался до воды, и окрестность ожила. А один 36 лет долбился через горы, повернул реку и привел сюда. И вся окрестность ожила. У нас все есть. Колодцы, пруды, дожди, там ничего нет, деревья. Там зелени вообще ничего нету, 3 лепестинки. Поэтому настройся на это, фермер. У тебя получится. И работать можешь, и все как надо будет. Но от такой земли никто не убегает. Скорпионы там показывают, змеи, как маленькие ребятишки, за хвост таскают, потом их режут, рубят и варят и отдают людям-то. Есть-то нечего. Змеи, кобры. У нас-то все есть. И все что-то недовольные, куда-то и как-то. Ну, нехорошо одно, а во-вторых, перед Богом это неправда. Мне, когда узнали в Канаде, строим Потеряевку, один вопрос задали. А вода у вас есть? А вода какая? Вот и весь ответ. А то засоление организма. Засоление не от этого идет. Если бы засоление, оно у всех бы было. Покупают воду там. Вы привозите в банках-то больших. И показывает. Один из русских людей закупил нарзаны, бутылки, все, большая тележка. И он закупил это все и повез в лаборатории. Ни одной нету, чтобы не было яда. Яда. Самого настоящего яда. Вот и весь ответ. Вы прививки детям делаете? Уколы даете? Сегодня прямо выявлено, что рожать не будут. Репродуктивного возраста готова. Она невеста. 12 лет, если они выходят замуж. Никогда не будет детей. А что? Уничтожение нации. Сколько раз об этом говорил, а сейчас весь эфир этим наполнил. Вам отвечать придется за детей, которым даете уколы. Слышишь? Ни под каким видом, нигде не давайте. Потому что они не о здоровье нашем заботятся. И откуда эти лекарства идут? Запечатанные в конвертике вот эта система, которая переливает. Там уже все, дезинфекция полная. Это 475 детей зародились СПИДом. По сегодняшний день не знают, кто туда заложил. А Солженицын пишет об этом. Кто-то там договорился, настоящий шпион, могу доказать это.
И у него особые ножницы. И вот когда падает человек по самолету, он дергает, и маленький парашютик вылетает, а тот вырывает тогда большой. И который маленький вырывает большой, там вот такая, допустим, веревка, она внутри самая идет, а это оплетка только. И он ее пережимает, ее не видно, что она перерезана. И он за ночь 2500 сделал. 2500 трупов упало на землю. Внешность сохранилась, а на самом деле не вырвалась, а дальше ничего и нету. То есть предположить, что там на складах в советское время кто-то будет, будет. А ты должен эти варианты просматривать. Ты вот заперся в квартире. Ты подумай, ночью тебя подперли. А сегодня это делается. И подожгли со всех сторон. Что будет дальше? Ты найди подземный ход, где угодно, вывести семью. Самое главное, семью. И вот эти люди, о которых я говорю, они все это предусматривали. Мы верующие, вперед на два шага не хотят смотреть. Все у меня. Когда придете, еще что-то скажу. Спасибо. Слава Иисусу. На завтрак. Никита, какой-то вопрос я, наверное, остался. Как смотреть? Где она вам звонила вчера? Она вам не дозвонилась? Ну, она звонила. Говорит, поздравляет, поздравьте его там. Всего, что бывает. Я просил за моего сына. Дима говорит, на пенсию. Хорошо, что это. Я, говорит, не разрешаю ему работать. Он пошел механиком. Он сразу под моего влияния уходит. Там в интернет.